Первое областное радио. Ну, в честь любви никто тебя не любит так, как я. Посвящается всем девушкам, дамам. Прекрасно, прекрасно. Области. Друзья, делайте громче радиоприемник. Никто тебя не любит так, как я, в исполнении дуэта «Веселуха». Да. Тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? Кем ты делишь печали, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? Кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно восемь, и я не приду, любимая, к тебе? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печали, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ча-ча-ча. Замечательное исполнение, да. Прекрасный музыкальный подарок для всех слушателей Радио 54. Но это же еще не все хорошие новости. Мы, ребят, тоже должны сегодня поздравить, потому что большое событие грядет в ДК железнодорожников. Юбилейный концерт. 15 лет дуэту гармонистов «Веселуха». Ребята, мы вас этим искренне поздравляем. Спасибо. Это спасибо на самом большое. Деле восхитительное событие. Как готовитесь? Концерт будет уже 21 марта, все правильно, да? Да, очень скоро. Готовимся активно. Пишем новые песни, репетируем, делаем настоящее шоу, чтобы наш зритель действительно было чем-то удивить. Песня, с которой, скажем так, наша на тот период, можно сказать, была таким вот лейтмотивом нашего земляка, живет он в Искитимском районе, рабочий поселок Ленево, Михаил Михайлович Бондаренко. И вот дай бог ему здоровья, что он Михаил такие... Михайлович, доброе утро. Доброе утро, да, ему. Большой привет и огромное спасибо за эту песню. И вот мы ее исполнили, выставили в интернет, и она приобрела всенародную любовь. И сейчас нет такого, кто бы ее... кто не знал бы и не пел. С гармошкой, да. Кто бы ее не знал, а многие даже взяли в репертуар. «Эх, по селам» называется. Что пора жениться мне, пора. Город надо уезжать и невесту выбирать.
нет с роднёй мне больше лада. Хоть ложись и помирай, городскую мне не надо, деревенскую давай. Городскую мне не надо, деревенскую давай. Поехали по селам, мы с гармошкой девок завлекали. По селам, поехали по селам, мне невесту будем выбирать. Мне нужна такая жена, чтоб всю жизнь была верна, чтоб могла доить коров, напилить на зиму дров. Такого же, как я, гармониста мне родить. И такого же, как я, гармониста мне родить. Эх, по селам, поехали по селам, мы с гармошкой девок завлекали. Эх, по селам, поехали по селам, мне невесту будем выбирать. Напомним, друзья, сегодня с нами в гостях дуэт «Веселуха». Ребята, как вы это делаете восхитительно? Где, в чем секрет такой энергии? Где берете силы? Где вдохновляетесь? Как у вас это получается? Здорово. Сейчас же Ордынская с Тагучином бросили всю работу. Я уверена в этот момент. Привет, кстати. И правильно сделали. Сегодня праздник, и обязательно нужно об этом подумать и уделить внимание своим вторым половинкам. Обоюдно должно быть. Обоюдно. Ну, а энергию дают нам на самом деле вот такие прекрасные инструменты русские народные. У нас, кстати, в студии гармония. И гармония, и баян. И баян, да. Да. Такой вот, синтез. Да-да-да, и звучат-то как. А вы специально же пропагандируете, да, эту историю? Конечно, конечно, обязательно. Можно рассказать об этом. Расскажите, да, конечно. Мы, кстати, в этом году вот уже съездили в Москву. 19 января на крещение были в Доме Союза писателей, и нам вручили награды. Мы стали лауреатами премии «Имперская культура». Ничего себе, да, как почетно. Да. А эти награды вы нам как раз принесли сегодня в студию. Да. Мы покажем, как они выглядят. Да, это на самом деле очень интересно. Выложим, да. И 21 марта мы, конечно, как теперь можно на 21 марта что-то планировать? Я не знаю. Я только концерт. Уйду, все планы только прошли. Концерт. Время удобное, 3 часа дня. В 15:00 начало, да? Да. Проснулись, покушали, собрались, пришли. И все будет хорошо. Ну, вы уже пообещали, на самом деле, очень много музыкальных сюрпризов. Концерт действительно будет горячим. Села — это замечательно. Мы Новосибирскую область особыми чувствами любим, да? Но Новосибирск... Есть Новосибирск. И есть у нас город Наби. Конечно. Да? Есть город Наби. Ну, это центр. Это конечно. Центр, да. Которому притяжение. Посвящена ваша песня, это авторская история. Да. Может быть, предыстория некоторая по появлению этой песни города Наби. Мы написали, посвятили нашему родному городу Новосибирску песню. И вот эта песня звучала на площади Ленина в день города. И для нас, конечно, это когда нас пригласили, конечно. Это было очень почетно, интересно поучаствовать в большом концерте. И вот песня, на наш взгляд... Разошлась в народ. Да, и, может быть, на вашем радио хоть разочек мы ее услышим. Конечно. Но сегодня-то точно. Сегодня это точно. Ну, а в ваших глазах, в глазах дуэта «Веселуха», Новосибирск он какой? Как минимум большой. Большой, да. Большой мегаполис. Новосибирск развивается, и очень отрадно, что мы гордимся, что в этом городе. У нас хорошее местоположение в центре России. Да. Вот. Здесь можно хоть на восток, хоть на запад развиваться, как говорится. И пусть строится, пускай здесь будет интересные люди живут, семьи, детишки рождаются и слушают. Не забывают. Радио 54 не забывают свои корни, играют на гармошках и песни хорошие. Совершенно поют. Верно. Ну, такие талантливые ребята, как вы, конечно же, могут испытывать повышенный градус внимания по отношению к себе. Может быть, вас пытаются перетянуть в другие столицы. Может быть, мы сейчас... Мы упираемся. То есть не планируете куда-то? Мы да? упираемся, когда мы едем Мы едем домой. По разным городам, мы с удовольствием принимаем приглашение. Ну, приезжаем. Да. И будете жить все-таки в Новосибирске. Кстати, хотим сказать, что вот в связи с
с юбилейным годом мы сделали юбилейный тур по России. Ну, вот, и следующий концерт у нас пройдет в городе Курске уже на День космонавтики 12 апреля. А еще какие города в планах? Пока договариваемся, но первый всех город... Всех секретов не раскрываем. Да. Ну ладно, другие города, они пусть в ожидании, да, появившейся афиши. А мы-то точно знаем, что в Новосибирске концерт будет. Ну и сейчас очередной музыкальный подарок, а до этого веселуха. Город на Би прозвучит в прямом эфире на радио 54. И это проявление нашей любви по отношению к самому лучшему городу на планете. Это абсолютная правда. Ну что, встречаем город на Би. Эй, давай! Сейчас исполним для вас нашу авторскую песню «Город Наби». Сибирские просторы необъятны, и городов немало на земле. Но есть один роднее и понятней. Новосибирск, я кланяюсь тебе. Прекрасный город Наби, Новосибирск. Ты в моем сердце навсегда, Новосибирск. И где б я ни был, о тебе пою. Новосибирск, ведь я тебя люблю. Прекрасный город Наби, Новосибирск. Ты в моем сердце навсегда, Новосибирск. И где б я ни был, о тебе пою. Новосибирск, ведь я тебя люблю. Столицею Сибири величаем. Тебя, мой город, мой Новосибирск. И радость, и печаль с тобой встречаем. Горжусь, что здесь живу, Новосибирск. Прекрасный город Наби, Новосибирск. Ты в моем сердце навсегда, Новосибирск. И где б я ни был, о тебе пою. Новосибирск, ведь я тебя люблю. Давай! Гармонист, зажигай! Танцуют все, друзья! И область, и город, и гости нашего города. И в студии тоже танцы. Точно! Сложно усидеть. Это дуэт «Веселуха». Эй! Автор и композитор песни Анатолий Кальянов. Аранжировка и исполнение Дмитрий Ващенко. Прекрасный город Наби, Новосибирск. Ты в моем сердце навсегда, Новосибирск. И где б я ни был, о тебе пою. Новосибирск, ведь я тебя люблю. Новосибирск, ведь я тебя люблю. Радио 54. Первое областное радио.